У меня тетрадь на 40 клеточек по ширине. 40 клеточек по ширине должно хватить, чтобы нарисовать значок. Пропускаем 2 клеточки и рисуем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь поднимаемся от первой. 3 клеточки вверх лесенкой. И от самой нижней, пятой, тоже 3 клеточки, только уже вниз. От самой верхней добавляем 4 и от самой нижней 4, что и получилось по 5 клеточек. Теперь сверху и снизу получилось по 5, снизу поднимаемся на 3 клеточки вверх лесенкой, а сверху опускаемся. И теперь эту и эту клеточки соединяем. Слева, справа, сверху и снизу получается по 5 клеточек. И получается ровный круг. Теперь от этих клеточек один ряд влево пропускаем. И точно так же ровно рисуем тоже 5 клеточек. Теперь от этой клеточки добавляем еще 2 клеточки вверх лесенкой. А от этой 2 вниз лесенкой. И теперь от самой нижней добавляем 4, чтобы получилось на этом ряду 5. И здесь точно так же, вправо добавляем 4, получится 5. Снова спускаемся, как здесь мы рисовали. Еще 3 клеточки вниз. А здесь от пятой 3 вверх. И теперь снова соединяем эту и эту клеточки. Теперь снова повторяем, как здесь. Влево один ряд пропускаем от этих 5. И тоже рисуем 5 клеточек ровно. И опять от этой клеточки поднимаемся 2 вверх лесенкой и от этой вниз. Снова добавляем к верхней 4 и к нижней 4. Опять спускаемся 3 клеточки вниз от пятой, а здесь на 3 поднимаемся. И соединяем. Итак, снова от этих клеточек один ряд влево пропускаем, рисуем снова 5. Теперь от этой клеточки поднимаемся еще 2 вверх, здесь от этой вниз 2. Снова добавляем по 4 клеточки вправо.
Дальше от верхней на 3 клеточки спускаемся, а здесь поднимаемся от нижней. Ну и осталось только соединить эти клеточки. Все четыре кольца значка Audi нарисованы.